Друзья, я записываю это видео не во Всемирный день матери, не отца. Просто стала все чаще ловить себя на том, что я хочу позвонить домой, поговорить с родителями. А не дома уж того нет, и родителей уже нет. И я понимаю, какая это роскошь, и теперь понимаю, какая это роскошь во взрослом состоянии иметь родителей. Мы часто не понимали их, ну, основная масса. Ругаемся, ссоримся, обижаемся даже на родителей. Есть, что и не разговаривают подолгу. Мы считаем, бывает, что они не правы, что они ничего не понимают. И когда происходит, как всегда это происходит внезапно, и ты понимаешь, что ты начинаешь жалеть. Жалеть о том, что ты тратил вот эти драгоценные минуты нахождения со своими родителями вот на эти все ссоры, какие-то обиды, недопонимания. Кто постарше, по ТВЦ помнит, такой был то ли ролик, то ли реклама, было «Позвоните родителям». Так вот, я сейчас хочу всем сказать, друзья, у кого есть родители, не только им позвоните, начните их баловать при жизни, дарить им подарки, устраивать им также праздники, как детям, какие-то сюрпризы. Кто не разговаривал с ним, кто в обиде, помиритесь. Потом будет настолько горько, обидно и жалко, что ты не сделал этого при их жизни. Так что забудьте все обиды, все ссоры. Простите родителей, если вы обижаетесь действительно. Простите их при жизни. Побольше говорите, что любите их. Маме я успела об этом сказать. А папе, к сожалению, я успела сказать только во сне. Так что, дорогие мои, цените, что они у вас есть. Всем здоровья, счастья и всего самого хорошего.